Красноярск. Стат подготовил информацию по брачности, рождаемости и возрастно-половому составу населения Тувы. На начало 2017 года в республике проживало более 150 тысяч мужчин и более 160 тысяч женщин. На тысячу мужчин приходилось 1089 женщин. В возрастной группе 40-44 года на тысячу мужчин приходится 1225 женщин. В возрасте 60-64 года 1452 женщины. В группе 80 лет и старше на тысячу мужчин приходится 2762 женщины. Большинство территорий Тувы характеризуется преобладанием женского населения. Наибольший удельный вес женщин отмечен в городах Кызыл и Акдавурак и составляет около 54%. Больше всего мужчин проживает в Терехольском и Улукхемских районах. Их удельный вес здесь составляет более 50%. За 2017 год в республике заключено более 2000 браков. Наибольший коэффициент отмечен в Тесхемском и Мангун-Тангинских районах. Меньше всего в городе Акдавурак и Тонжинском районе. За прошлый год в республике было расторгнуто чуть больше 560 браков. Коэффициент разводимости выше всего отмечен в Кызыле, а также в Чыдыхольском и Кызылском районах. Меньше всего в Терехольском и Сутхольском районах.